для тех, кто ищет инструмент непосредственно из Германии, я предлагаю смотреть это небольшое информационное видео. Заходим в Google Chrome и вбиваем вот этот магазин spenglerdirect.com. Shop spenglerdirect.com. Далее нажимаем на него. Вот сейчас нас направляют в этот магазин. Предлагают нам перевести на русский язык. Соглашается. Все, теперь у нас полностью этот магазин, который находится в Германии. Здесь мы уже можем поискать все, что нам нужно. Например, ручные ножницы для жести. Открываем. Так, просят куки принять. Вот здесь сразу всплывающее окно. Мануэль может помочь. И вот здесь на русском языке все в переводе. Вот Мануэль, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы. Ну, естественно, это на немецком языке, в переводе на русский. Ну и пока нам Мануэль не нужна, мы смотрим, какие здесь цены. Ножницы Эрди Идеал 260 мм для прямой резки. 30 евро с копейками. Ножницы Эрди Идеал 280 мм. Тоже 30 с копейками евро. Ну и так далее. Здесь можно посмотреть, полистать. Здесь есть ежемесячные предложения. Вот что они предлагают. Это, видимо, какие-то скидки. Вот весь двухкомпонентный шуруп. Для плоской крыши, для скатной крыши. Ну, естественно, здесь можно все заказать. Условия можно узнать непосредственно уже на сайте. Ну, вот здесь есть мой счет, блокнот, корзина покупателя. То есть это интернет-магазин немецкий, где можно напрямую заказывать любой инструмент для кровельных работ. Плоскогубцы. Ручные ножницы мы уже смотрели. Вот теперь плоскогубцы можно смотреть, какие тут они продают. Плоскогубцы Штубай. Это цена, это самая низкая цена, которая, за которую можно сейчас купить. Вот плоскогубцы. Вот такие небольшие плоскогубцы, ручки из ПВХ, 40 евро. Ну и так далее. Теперь вы знаете, где покупать самый дешевый инструмент, вернее, по самым низким ценам напрямую с Германии, и вам это все доставят. Спасибо за внимание. Успехов!
А теперь поставь лайк и подпишись на канал.